там где-то Турция, а мы находимся в Вишневке. Это сочинский район, ну точнее Лазаревский район. Здесь вот с третьего этажа мини-отеля «Вишневый рай». Такой йога-дом. Можно заниматься спортом с такими прекрасными видами. Вот. И сейчас покажу. На втором этаже здесь есть такой вот прекрасный зал для занятий спортом. И сейчас покажу сами номера. Вот такие. Это маленький номер. Есть номер виды. Значит, есть номера побольше. Ну, все чистенько, опрятно, аккуратно. Вот так вот.